Как-то темновато. Что-то пока никто не явился. Эй, кто там шастает? Эй, всем привет! Меня зовут Зидан. Являюсь участником театральной, в кавычках, труппы Танталус. Обожаю разные авантюры, никогда не унываю. И каждая девчонка просто без ума от меня. Это Зидан, ребята, свои. Эй, Зидан, ты малек припозднился. Виновата, где шеф? Его тоже пока нет. Ну вот, шеф опять за своё. Босс, ну сколько можно? Ладно, братва, давайте. Пацаны, я его отвлеку. Понял. Фланг, давай атакуем его слева, справа. Принял. Черт, мимо. Шеф, этот шлем вам не идет. Парни, я по центру. Я за тобой. Ха! Ха! Рождите, бош. Мамашки, конец. А! Ой! Твою же, вашу мамашу! Ребята, моя голова! Я все понимаю, мне нужно полегче. Эх, вы салаги. А ты, парень, был неплох. Для хвостатой мартышки. Ладно. Давайте все прогоним еще разок. Итак, братва, вот наш план. Танталус, шайка бесстрашных и красивых воров, то есть мы, направляемся в королевство Александрия. Наше задание — похитить наследницу престола, принцессу Гарнет. Итак, вот с этого места слушайте меня внимательно. Как только наш корабль прибудет в доке Александрии, мы оденем наши театральные костюмы и покажем публике спектакль «Я хочу быть твоей канарейкой». Поздравляю, Маркуш, ты играешь главную роль. Если коротко, я буду весь такой в образе, а Бланк и Зидан займутся похищением. После я отвлеку публику из-за сцены этими мелкими тварями. Ах! Терпеть не могу этих оглопов. Но не волнуйтесь, пацаны, я справлюсь с собой. Ну а потом уже все будет зависеть от тебя, хвостатый. Окей. И тогда я проникну в замок и похищу нашу красивенькую такую цель, принцессочку Гарнет. Точняк. Именно ты похитишь первую красавицу Александрии, принцессу Гарнет. Ой, добрался. А куда вы смотрите? Ой. Красиво. Озвучил Гаргилиус. Книга первая.
Глава 1. Все на спектакль. Ой. Эй, мальчик, ты в порядке? Вот, ты уронил свой билетик. Пока-пока. А, ну что же это? Эй, йоу, не путайся под ногами, ладно? Ну что ж, на сегодня все, пора готовиться к походу в театр. Прежде чем играть, вы сперва 5 карт соберите. Благородные вельможи, представляю вам гордость этой страны, замок Александрии. Ого, какие эти дворяне. Здрасте, у вас будет свободный вечер? Мы будем полностью заняты этим вечером. И скорее всего, это в первый и последний раз. Прошу прощения, а вам грустно? Не знаю, почему я опечален. Ведь я сегодня иду на блестящее представление. Простите, мэм. Прошу прощения, я работаю. Но вы не... поняли, я... Я же сказала, я работаю. Здесь лежат 27 гил. Простите, а как пройти на представление? Воу, а откуда у тебя билет нашел? Короче, билетная площадка прямо на площади впереди. Покажи там свой билет и сможешь пройти на представление в замок. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Чем я могу помочь? Одну секундочку. Он у меня где-то здесь. А, вот. Что это? Дай-ка посмотреть поближе на билет. Еще одна подделка. Я их столько сегодня повидал. Подделка? Нет. Ну-ну, не унывай. Понимаю, обидно. Вот, посмотри, что я тебе дам. Постарайся не грустить. Это карта гоблин, клык и скелет. Поговори с Джеком из подворотни. Он объяснит тебе, как играть в карты. Благодарю. Удачи, малыш. Ой. Зараза. Пять. Эй, мелкий гаденыш. Из-за тебя я все испортил. Простите, я не хотел. Фу, вот теперь порядок. Ну вот, это был долгий день. Пора отдохнуть. До свидания. Эй, малявка в шляпе, ты не один из тех, кого прокатили с билетом. Я видел, как тебе сказали, что это фейк. Простите, вы не Джек из подворотни? По-твоему, я похож на этого лузера? Короче, если поможешь, я тебе кое-что покажу. Зогл. Ну ладно. Клёво. Вот твое первое задание. Стой вон там на шухере и свистни, если кто-то подойдет. Ну как, по горизонту чисто? Мне кажется, что кто-то... идет. Тебе кажется? Я должен знать наверняка. Ну что там? Никого. Шикосик, дальше работаем по плану. Простите, вы случайно не Джек из подворотни?
О как, значит, ты знаешь мое имя? Если ты его знаешь, значит, хочешь сразиться со мной в карты? Вот только я не... Чего? Ты не умеешь играть в карты? Хочешь, я тебя научу? Сейчас я абсолютно свободен, так что не проблема. Следуй за мной, малой. Ну что ж, начнем со снов. Чтобы начать партию, тебе нужно 5 карт. Истинные картежники находят друг друга прямо на улице. По этикету можно просто подойти на улице к человеку и спросить, хочет ли он поиграть. Ого, как здорово! А что делать во время игры? Сейчас объясню, что делать во время игры. Игра заключается в правильном расположении карт на поле размером 4 на 4. Противники переворачивают карты друг друга в зависимости от расположения желтых стрелок на сторонах карт. Если стрелка на твоей карте указывает на незащищенную сторону карты противника, ты получаешь его карту. Но если на этой карте есть ответная стрелка, карты сойдутся в бою. Только в этом городе меня зовут Джек из подворотни. В других городах меня зовут иначе. Сам понимаешь, это всего лишь прозвище. Если хочешь узнать мое имя, я скажу тебе его, когда достигнешь моих высот. Ну где ты пропадал? Давай за мной! Не отставай! На шпиль! Теперь мы должны залезть на эту башню. Это слегка опасно, так что первым иди ты. Ой! Я так и знал, чуял! Ты прости, Купо! Этого пушистого зовут Купо. Он мугл. Купо, Купо! Очень приятно. А это... мой слуга номер один. Надеюсь, вы поладите. Купо, и мне очень приятно. Прости, что свалился на тебя. Если хочешь записать свою историю, попроси муглов. Купо, каждый из нас может помочь тебе с отдыхом где угодно. Купо, ты понял? Купо? Здорово. Был рад помочь. Купо. Эй, да ладно вам. Время ползти наверх. Ну что ты там застрял, раб? Забирайся! Купо, ты здесь? Купо! Штильцкин, что за прикид? Ты собрался уходить? Купо! Ага, и в этот раз мое путешествие может затянуться. Я буду скучать, Купо! Не переживай, я буду писать. Хорошо, Купо, ну, я пошел. Счастливо. Оу! Передай привет от меня Мошу в замке! Это был ваш друг? Да, Купо! Очень хороший друг! Купо! Эй, раб, что за дела? Я, кажется, тебе приказал лезть наверх! Ладно, ладно... Блин, Блинский! Если мы будем тормозить, то опоздаем к началу спектакля. Следуй за мной. Ты чё опаздываешь? Покоть, ты что, высоты боишься? Не дрейф. Просто представь, что идешь по земле. Я иду по земле, я иду по земле, я иду по земле. Вот так, а теперь шевелись. Время не резиновое. Да хватит уже тормозить. Не волне, она выдержит. Я иду по земле, я иду по... Она все-таки упала. Ну, сейчас-то уже можно не волноваться. Там все крепко. Эй, слушай, я совсем забыл спросить. Как тебя зовут? Всем здрасте, меня зовут Виви. Я не знаю кто, просто хочу познать мир. Прибыл в Александрию на грузовом корабле, чтобы посмотреть знаменитую пьесу. Так значит тебя Виви звать? Ха, забавное имя. А меня зовут Пак,
Рад знакомству. Наконец-то мы добрались. Как только перелезем через эту стену, окажемся в замке. Так что потопали. Потопали. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и смотрите новые серии только у нас.